Снова ночь, это значит, что нам пора поесть. Вокруг жратвы столько, что не перечесть. О-у-у, так продолжаем шесть. О-у-у. Телек свой вруби скорей и слушай этот бред. Телезритель, ты наш ужин и обед. О-у-у, наш ужин и обед. О-у-у. Мы вампиры, вовсе не злые. Просто тельца нужны кровяные. Это в суде типоты гражданин. Ну а для нас просто гемоглобин. Миру наш привет и укус. Ведь столько лет мы входили во вкус. Пусть отражения в зеркале нет. Мы отражаем, что скажет нам дед. Эй! Мы днем и ночью властвуем в эфире. В эфире. Злей! День ото дня становятся вампиры. Читаю из горла. Бей! Открой квартиры, к вам идут вампиры. Вампиры. Пусть пока все пучком, но помним мы о том. На хитрый зад кол найдется да с винтом. О-у-у, осиновый с винтом. О-у-у. Как проценты в ипотеке. Всех вурдалаков вам не достать. Многих успели мы покусать. Эй, мы вам несем свою картину мира в квартиры. Эй, у нас на то оружие эфиры. Эфиры. Бляха-муха, нечисть всю ночь веселилась до рассвета, а ты теперь убирай. Слышь, бро, тут, походу, тряпки какие-то, органика, мусор сортировать будем. Сортир отсортирует. А теперь только факты. В слове «заповедник» 10 букв. Ровно столько, сколько в сумме в словах «лайк» и «репост». Или в слове «колокольчик» без мягкого знака. Совпадение? Не думаю.